Помогите мне! Этот бункер времен Второй мировой. Кажется, японский. Ручей непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот этот точняк только с его подачи. Но так чё, мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Чё, шторм на берег вынес наше. Насчёт новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя чё там решать, то не согласен, того в расход. Короче, мы здесь хозяева. Thank you.
вроде хрупкая. Никто не уйдет. Я полюбуюсь, как ты стал. Стекло вроде хрупкое.